Одно из наследий советского времени – школьные теплицы. Они мало где сохранились, а вот в Каашеве такая теплица есть. Ее привели в порядок, и теперь она приносит пользу всему поселку. Но в первую очередь ученикам 10-й школы. Давайте заглянем в гости к юным натуралистам. Сегодня мы покажем вам все разнообразие овощных и садовых культур, которые могут вырасти за полярным кругом в заботливых руках. А зачем вы их вот так вот в мешочки кладете? Потому что у них большой вес, и они могут, сломаться. Сломать ветки. Узнаем, почему микрозелень должна быть на столе у каждого северянина. Для растущей зелени нужно много питательных веществ, которые она добывает из земли. Угу. И поэтому человеку тоже полезно такое кушать. И спросим, с какими школьными предметами связана работа в теплице? Здесь они как раз проходят физика, даже температура, влажность для растений, какая подходит, какая не подходит, химия. Можно посмотреть, земля, при какой температуре же высыхает. Теплица при школе номер 10 в поселке Каашево восстановлена на средства гранта по проекту Arctic Schools. И уже целый учебный год ребята с энтузиазмом ухаживают за овощными культурами и собирают самый разный урожай. Здесь растут кабачки, сладкий перец, огурцы, томаты, свекла, петрушка, укроп, арбузы и дыни, а также крымские розы, бархатцы и многое другое. Большинство растений посадили в феврале, и к маю школьная теплица радует глаз буйством зелени и обилием плодов. Познавать тонкости растениеводства школьникам помогают специалисты полярно-опытной станции, а семена закуплены при поддержке администрации Кировска. В будущем руководство школы планирует восстановить и вторую теплицу. Сейчас в школьной теплице подошло время собирать урожай томатов сорта «Капитан». Растения почти в человеческий рост высотой, а плоды небольшие и сладкие. Они бывают разных видов, но разных цветов. Есть зеленые, красные, желтые. Угу. Зеленые помидоры – это уже на выходе? Зрелый помидор зеленого цвета? Да. А это какие? Классический красный. Угу. И сейчас вы будете собирать урожай? Да. Давайте начинать. Есть какие-то правила, как правильно сорвать помидор, чтобы не навредить растению? Правильно, вот так, с небольшим хвостиком. Тогда плод дольше сохранится свежим и, возможно, даже немного дозреет. Сначала мы их посадили, потом поливали, потом опыляли. Очень интересный процесс. Как вы это делали? Чуть-чуть вкус потрясти. И таких тонкостей в копилке у ребят, которые ухаживают за растениями, много. Четвероклассник Артем Скороходов, например, написал и защитил целый проект о микрозелени. Так называются любые огородные культуры на ранней стадии роста. Это свекла, горчица, там у нас растет шпинат. Почему микрозелень такая полезная, почему такой ажиотаж вокруг нее у нас в мире? Потому что, во-первых, на крайнем севере очень мало витаминов. И они полезны для людей, живущих на крайнем севере. Для растущей зелени нужно много питательных веществ, которые она добывает из земли. Угу. И поэтому человеку тоже полезно такое кушать. Настоящая диковинка за полярным кругом – арбузы. В школьной теплице Южной Ягоде живется вполне комфортно. Арбузы привередливы в уходе, но ребята все делают по уму. И тому свидетельство – богатый урожай увесистых плодов. Первая дегустация подтвердила – вкусно! Нужно тщательно за ними ухаживать, удобрения подсыпать, поливать часто, раза два в день. И тогда вырастет такой. А зачем вы их вот так вот в мешочки кладете? Потому что у них большой вес, и они могут, сломаться. Сломать ветки. А этот необычной формы плод, напоминающий грушу и кабачок в одном флаконе, называется кувшинчик. В пищу его не употребляют, зато он может стать украшением теплицы. Ухаживать за растениями в школьной теплице, с нетерпением ждать первых ростков и плодов – одно удовольствие. Только представьте, как приятно оказаться на таком островке лета в полярную ночь. При этом ребята пополняют копилку знаний в самых разных областях. В каких – спросим у педагогов, кураторов проекта.
Когда у нас на улице снег и вьюга, и серость, а сюда приходишь отдыхать и глазами, и душой, также поработать, дети очень любят. Часто просятся, мы, конечно, часто посещаем, в основном в рамках внеурочной деятельности, в рамках «Я исследователь», мы проводим опыты, сажаем, наблюдаем. И дети любят поработать в теплице. Ну и, конечно же, уже когда появляются плоды, нас угощают также. Начала не с самого маленького. Сначала земля. Ее высыпали, ухаживали, удобряли. Затем в стаканчики сажали семена и наблюдали, как будет расти. Ребята очень рады, то, что вот именно как раз когда зима, холодно, и сюда заходишь, ты заходишь, как будто попадаешь на кусочек юга. Есть уроки профильного труда, есть уроки технологии, есть неурочная деятельность по таким предметам, как биология, химия, физика. Вся школа, все дети бывают в теплице. У нас есть класс-комплект, где собраны дети с 5 по 8 класс. Вот они с самого основания. У них есть такой предмет, как профильный труд. И дети постоянно здесь помогают. Вот Ирине Александровне, которая у нас занимается теплицей, и опыляют, и удобряют, и поливают. Сейчас по федеральным стандартам положено, чтобы дети умели сами в своей научной деятельности достигать того, что они понимают, для чего это нужно, и дальнейшее назначение в жизни. И здесь они как раз проходят физика, та же температура, влажность для растений, какая подходит, какая не подходит, химия. Можно посмотреть, земля при какой температуре же высыхает, какими удобрениями можно пользоваться, как они воздействуют на те или иные растения, особенно в условиях севера. География, какие растения мы можем здесь выращивать. Южные растения можем? Можем. В открытом грунте они у нас расти не будут, а в теплице, да еще в условиях полярной ночи, южные растения растут, как видите, арбузы у нас есть, дыни есть, розы, которые мы выписывали с Крыма, они цветут вовсю. Уроки в теплице прививают ребятам любовь к труду, помогают увидеть и понять, как происходят различные физические и химические процессы. Полученные знания обязательно пригодятся как на уроках физики, химии, биологии и географии, так и в дальнейшей жизни. Желаем удачи ребятам и говорим спасибо за интересную экскурсию. До новых встреч!